Добрые дела – это нетрудно. Сотрудники Новоуренгойского филиала «Газпромбанка» посадили Аллею Победы из 60 елей. Отмечу, это всероссийская акция всех подразделений банка. Такие зеленые зоны уже есть в Москве, Новосибирске, Уфе и других городах. Правда, там они появились еще к 9 мая. В Новоуренгое посадку деревьев пришлось перенести из-за непогоды. Сегодня на площади у гимназии расположилась новая зеленая зона, которая стала еще и приятным подарком городу к его 40-летию. За происходящим наблюдала Анна Долгушина. Сюда, раз, воды взяли. О, это профессионально уже. Вот так, сменив офисные костюмы на удобную одежду, забыв о бесконечных цифрах и расчетах, они взяли в руки лопаты и пакеты с землей. Сотрудники «Газпромбанка» решили сделать город красивее и зеленее. Аллею 60 елей, которая украсит площадь у городской гимназии, они намерены сделать подарком всем жителям к 40-летию Нового Уренгоя, но в первую очередь посвятить юбилею Великой Победы. Мой дед Никанор воевал. Вот я, честно говоря, этим горжусь. Поэтому я думаю, что любая семья в России, родственники участвовали в войне и коснулось это всех. Поэтому это такое общее дело, и я считаю, что память у всех есть, и мы хотим, чтобы она была, чтобы она длилась вечно. Деревья для «Газпромбанка» привезли из Тюмени. Ели выращивали в специальном питомнике для растений, приспособленных к северным климатическим условиям. Средний возраст каждой 14 лет, но пока они не могут похвастаться своим природным величием. Спустя годы они уже достигнут высоты в 3,5 метра и смело раскинут свои вечно зеленые кроны. Многие сотрудников банка сегодня посадили первые в своей жизни деревья, но взялись за это дело с большим энтузиазмом. Я вообще с удовольствием просто согласился на эту работу, потому что мне всегда хотелось посадить дерево. Каждый мужчина ведь должен посадить дерево в своей жизни, правильно? Вот мне выдался такой момент, и вот решил посадить 2-3 елки. Дело, в принципе, благое. Парк в честь 70-летия Победы, да, то есть то, что сделали наши предки, это в целом гораздо сложнее, чем то, что делаем мы сегодня. Поэтому это такая маленькая дань, такая уважение к нашим предкам, потому что они сделали. Вот, и, в принципе, всем людям нашего города, в принципе, приятно, когда, наверное, в парке деревья растут, да? Вот, в целом это просто красиво. Можешь? О, молодец! О! Игнат вон как... Любопытный первоклассник Игнат Застеба, прогуливаясь после школьных уроков, не смог пройти мимо трудящихся людей. Как он признался нам, посадить дерево – его давняя мечта, ведь это доброе дело. Сотрудники «Газпромбанка» не смогли отказать такой смелой инициативе. Это очень хорошие поступки. Я хочу быть хорошим и добрым. Я хочу, чтобы у меня было большое сердце, потому что когда ты делаешь поступки, у тебя растет сердце. Совместными усилиями с молодым поколением очертания новой зеленой зоны не заставили себя долго ждать. Аллея готова. Теперь деревья будут набираться силы, расти и крепнуть, как символ памяти о наших героических предках. Анна Долгушина, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».